Всем привет! С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео я вам покажу очередное мировое событие. Вот. Находится у нас, получается, на востоке, на северо-востоке от Хорнбурга. Вот здесь вот. На востоке от быстрого, точки быстрого перемещения. Получается, вот здесь вот. Там есть скала Хельдисвини. У нас проходит вовнутрь, получается. И вот она, наша миссия. Миссия, получается, будем убивать Дренга. Ну что ж, давайте. Это уже моя будет не первая попытка. Сейчас попробуем его убить. Прошу, позволь мне умереть с честью. Да, бой с таким давай. Дренгом большая честь для меня. Скажи, как будешь готов. Я готов. За Рагнара Лодброка, конунга Норвегии. За Рагнара, за славу, за Дренгов странников я поднимаю клинок. Так, идем сюда. Забираемся сюда. Так вот его и валим. По-другому я не знаю как. Ты куча навоза! Ты сражаешься умело и яростно. Как раз то, что мне нужно. Блять. Сори. Все получается, да? Будешь кормить червей. Блядь, было бы побольше стрел, было бы проще. Что-то я потупил. Было всего лишь 11 стрел, да? Ну, все 18. У меня 18 штук было доступно бы. Вот. Мы его убили, да? Достойный конец всех моих войн. Наконец-то. Я отправлюсь к брату, который смеялся в лицо смерти. Рагнар убичу Англии. Прощай, Дранг. Слушай стук копыт и следуй за валькириями. Давай. Добиваем наверняка. Ну вот, мы завершили миссию с Дренгом. Да, мы нам дали 2 очка навыка. Ну, скорее всего, левелу, потому что... Ай, далее копье. Лук Фафнира. Ну что ж, ребят, я на этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.